Всем привет! Кто зашел ко мне в гости на мой канал «Гармония во всем», я вам рассказывала, что должны прийти мне были горшочки из платформы «Тему». Они у меня уже есть, и я заказала повторно. Была отличная скидочка, и я решила взять. Самый прикол в том, друзья, что в одном наборе идет три кашпо. Вот такие три кашпо. А вот сюда наливается вода. Просовывается фитиль, и у нас идет функция фитильного полива. Но продавец мне за место трех горшков, маленькие горшочки, да, 4 положил, представляете, но без вот этого вот контейнера, без вот этого основания. Не знаю, конечно, что я буду с ним делать, нужно будет какую-то емкость подобрать. Я в службу поддержки обращусь, конечно, скажу, что мне лишний прислали. Ну, там не знаю, как это все будет. Но, скорее всего, они мне его подарят, не буду же я им назад его возвращать. И вот я взяла 3 вот таких. И также у меня, соответственно, еще одно, один набор. Я 2 набора заказала. Вот такой набор с 3 кашпо. Мне обошелся около 4 евро. Это очень-очень дешево, потому что один вот такой горшочек стоит примерно 2 с лишним-4 евро. А я 3 купила. И плюс еще вот такой мне подарили, получается, да? Положили. Буду в них делать пересадочку своих любимых растений, такие как хоечки. Поэтому, кому интересно, кто хочет посмотреть, как я буду это все организовывать, то, конечно, всем приятного просмотра и только положительных эмоций. Ну все, мои хорошие, мы пришли с вами на кухню. Я сейчас посмотрю, какие растения мне нужно будет пересадить. Мне, кстати, вот сюда тоже нужно будет посадить. Да, Валерик. Так, горшочков у меня, оказывается, очень много. Что-то я призабыла, что я же пересадку-то могу и вот в эти делать. Они же у меня просто так стоят. Поэтому и в них посадим. И Цанги ДС-70 хоечку посадим также с вами сюда. Что ж, еще мы можем посадить, друзья? Что у меня еще не посажено? Вот эти вот я недавно пересаживала свои хои еще одни. Что-то прям боюсь я их трогать. Может, зря боюсь, может, сразу их на фитиль, да и все. Идут в рост они, смотрите. На фитиль. И пусть растут, да? Чего бояться? Или малюсенькие сначала сюда посадим, или малюсенькие пусть там растут. Сейчас подумаем, друзья, сколько у меня их. 1, 2, 3, 4, 5. Это не малюсенькие. Вот, наверное, их и посадим, которые не малюсенькие, да? Так. Вот эти. Пересадим сразу. И пусть растут. Я думаю. Да? Да. Ну и правильно. Валерка тоже сказал да. Раз Валерик сказал да, значит, будет да. Я надеюсь, они не обидятся на меня. Нет. Нет, говорит. Потому что... Нет. Потому что сейчас весна. Да. Да, Валерик? Да. Сейчас весна, скажи, они пересадку должны перенести хорошо. Так, сейчас я просуну фитиль в отверстие в кашпо. Фитиль достаточно длинный. Можно его, знаете, прям по стенке горшка вот так пустить еще, чтобы побольше влаги было. Ну, давайте мы сначала вот эти вот в круглые горшочки пересадку с вами сделаем. Вот с этими хоечками моими. С ними сначала все манипуляции проведем. Видео будет, я думаю, не будет оно коротким. Давай, да, Валерик, не будет коротким видео, потому что, сами понимаете, пока вот это вот все сюда-туда я буду делать. Поэтому наслаждаемся, друзья. Дренаж не буду класть, так как это фитильный полив. Так, а где у меня фитилька? Фитилечков-то нету на это кашпо. Я не подготовила ничего. Сажать я собралась. Ну, давайте тогда с этих возьмем, раз я эти стала делать. А сюда потом что-нибудь организуем с вами, да? Вот так вот. Вот так установила.
И сейчас я с методом перевалки, друзья. Ой, пока вот начнешь делать, когда уже в процессе работы, то оно само идет вот так, да, и как-то это все кажется быстренько и хорошо. А пока вот сообразишь, куда чего, что первое вытащить, засунуть, поставить, то немножко, знаете, это, теряешься, если честно, друзья, теряешься. Так, я надеюсь, вам видно, что я тут делаю, потому что я уже приступила к работе. Валерик, сынок, иди играй свою игру, а то мама выключит сейчас. С методом перевалки вот так я сейчас просто заполняю все пустоты, которые находятся у меня в кашпо, между вот этим земляным комом, в который уже посажено растение, я просто вот вношу дополнительный грунт. И все. Все хорошо утрамбовываю. У меня кокосовое волокно здесь, универсалка, немного агроперлита и немного лечу запон. Все. Вот так вот. Хоя карноза пересажена. Возвращаю на место. Видите, очень быстро все сделала. Надеюсь, она даже не поняла, в чем тут дело было и что я здесь вытворяла. Также сейчас иду делать посадку с DS-70, она же Хоя Цанге. Так, фитиль. Да, мама, конечно, посадка. Конечно, сынок. Да, сейчас просунем фитиль. Ну, давай помоделим. Ага. Дождь у нас опять льет. Лето в этом году не было и, походу, не будет, друзья, все. У дяди нету дождь. Аккуратно вот так тоже с методом перевалки вынимаю. Корневая прекрасная. О. Так, у DS-70. Я горшочки эти не выкидываю, соответственно, вот эти вот, в чем она была допосажена. Идет в рост, она хорошо под листиками, под своими уже начинает ростики давать. Это я увидела только сейчас, при пересадке, точнее. До этого я видела, что она в рост идет. Но это было вот сверху, вот здесь. Я сейчас вам покажу, друзья. Вот так. И нормально на фитиле пусть растет. Потому что вот такие маленькие растения, их нужно поливать очень часто. Не один раз в неделю, как я карнозу, например, поливаю. Вот, смотрите, ростики идут вот здесь и вот тут. Прекрасно она растет. Надеюсь, так и будет себя чувствовать. И вот что я говорю. Поливать их надо чаще, потому что если чуть-чуть вот вовремя это не сделать, они засохнут. И это заблуждение, когда, если кто-то думает, что им просушка нужна, никакая просушка им не нужна. Я это уже заметила. Я раньше тоже думала, что им нужна просушка и что хоя относится к разряду суккулентов. Нет. Не относится. Даже у такого растения, Валерия, как Хоя публикаликс, с ее вот такими вот нетонкими листиками, сразу теряется тургор. Чего ты гундишь? Не балуйся, все же тебя услышат. Сразу теряется тургор, если ее вовремя не полить, друзья. А так она прям прекрасная, прекрасная Хоя публикаликс. Так, что много я грунта сюда набухала. Вот так. И сейчас вот эти вот воздушные карманы, так называемые, мы с вами заполним. И кокосовым волокном, что будет тоже очень даже хорошо для нее. И кора. Все здесь. И кусочки циолита. И осмокот. Места не будет, потому что тут личуза же тоже чуть-чуть намешана у меня, друзья. Не стала перчатки надевать, не хочу. Я вот как-то, знаете, без перчаток. Да, оно не так красиво. Потом и пальцы грязные, и как бы руки такие, да, грязные. Но мне легче помыть. Зато я чувствую, насколько я ее вот там придавила, уплотнила, да, это все дело. Смотрите, что сделала. Придавила, уплотнила, да? Фитиль нифига не поставила совсем уже. А где она? Ой, блин, а? А где она, типа, давила? А где она?
Где мама придавила? Придавила мама, а фитиль-то не засунула, мама придавила. Ага, болтаю. Вот что, когда говорят, что болтаешь, что-то делаешь и можешь это... Невнимательно быть. Не надо давить, да, было, сынок? Не надо, говорить, давить было. Заново. Все, переделаем с вами. Наверное, думаю, что ты со мной здесь вытворяешь. Уже весь грунт практически рассыпался, в котором она была. Ой, блин. Когда разговариваешь, снимаешь, плюс еще Валерий кто-то болтает на заднем фоне, плюс еще тут у него включена игра, а вот это все, знаете, отвлекает. И забыла про фитиль даже. Сажаю уже на фитильный полив. Получается, что сделала обычную посадку с методом перевалки, да? Так, сейчас, друзья, чтобы ничего не сломать, потому что она же в рост идет. Поэтому мне нужно здесь аккуратно, потому что у нее очень много, ну как много, у нее уже маленькие ростики пошли, да? Сейчас я ее посажу на фитиль. Если она так хорошо растет, то она сейчас вообще втопит в рост, я думаю. С фитильным этим поливом. Раньше, говорю, я против была фитильного полива. Но сейчас я пересмотрела. Не на все хой, конечно. Например, хоя Лиза, австралис, я не буду на фитиль ставить. Нет. А что я не буду ставить? Ваете. Ваете, который у меня уже взрослая, так скажем, растет, тоже не буду на фитиль ставить. Маленькие поставлю. Да, Валерка. Я, знаете, друзья, я решила, что я сейчас только посажу те, где у меня фитиль уже готов. А который фитиль у меня нету, нужно делать, я в следующий раз посажу. И колонкой тогда также посажу. И заодно видео не будет таким длинным, да? И как бы это. Потому что сейчас я пойду пока вот это все нарезать, фитиль, все вот это делать, устанавливать. Казалось бы, не так это сложно, да? Иди фитиль нарежь, что здесь такого. Но нет, это временно затратно. Валерка вон уже опять что-то там кряхтит, пыхтит. Да, Валерик? Да, скажи, мама, я тебе не дам спокойно здесь работать долго, как ты хочешь. Мама, я не дам спокойно, я тебя... Видите, да. Уже он говорит, что он мне не даст спокойно говорить. Вот так вот. А как Валерка скажет, так и будет. Да, сынок? Да. Да, он здесь хозяин. Он у мамы главный. Кто-то сейчас скажет, как так, ребенок маленький, хозяин. Да, он хозяин. Он уже командует. Он уже понимает, что к чему. Он любит командовать, кстати. И мы когда у детского врача, я вот с ним разговаривала, с врачом, и говорю, как-то так, он вот себя так проявляет. Он сказал, это нормально, он любит доминировать. Смиритесь с этим, сказал нам наш доктор. Вот такая пересадочка. И это в порядке вещей, сказал он. Так, я пока не буду их туда устанавливать, потому что я хочу пролить, чтобы там грязная вода не была потом у меня. Я пролью их сначала отдельно, а потом уже залью туда это, чистую водичку. Так. Опять сейчас у меня столько много лишних кашпо получается. Так, куда бы мне... Ой, это прям хорошо, прям вовремя, прям идеально сюда встало, идеально. Сейчас добавлю еще сюда. Кары? Ты что там кряхтишь, сидишь? Ты в туалет хочешь? Памперс. А? Памперс. Какой памперс? Ты что, ты памперсы уже не носишь уже давно? Памперс ему. Ты что, придумал? Я носу, я памперси. Ты не носишь памперс? Ты что? Так, теперь вот это. А, это я пересадила красипициолату. Нужно мне теперь переклеить наклейку. Не забыть, а то я потом все названия перепутаю и забуду. Ой, наверное, надо будет мне заново делать эти наклейки. Так, прям намертво приклеила. Красипициолата.
Вот так делаю, чтобы не потерять название, друзья. Я потом переделаю. Это я, чтобы не перепутать, потому что вы сами видите, что у меня не две три хвои. Ой, и вот эту, что я тут. Хвоя публикаликс. Кавай пурпле. Тоже вот сюда, вот так. Кому-то странно будет, наверное, но мне это нормально. Чего ты, Валерик? Папичка, ты что? Все смеяться будут над тобой. Ты писишь на горшочек у нас. Ты что? Какой памперс-то тебе? Садись, писи на горшочек. Не пишу я горшок. Садись. Я всегда говорила, боюсь горшок писить. Нет. Я боюсь писить горшок. А почему ты боишься писать? Я боюсь. Это что-то новое. Папич, я не боюсь. Памперс ты не боишься писить, а горшок боишься? Да. С каких пор? Я боюсь. Так, здесь все развалилось. Здесь очень хорошая, большая корневая. У сигилатис. Хоя сигилатис. Который растет красивыми такими. Красивые листики у нее. Серебристо-фиолетовые. Такие пурпурный оттенок имеет. Особенно, когда она загорает. Она очень красивая, конечно, это хоя сигилатис. Так, сейчас мне нужно будет этикетки эти, наклейки, точнее, выдрапировать. А, господи, как по-русски-то это? Напечатать. Напечатать нужно мне будет наклейки сейчас и заново на эти кашпо приклеить. Вот когда кокосовая кора, прям, знаете, красиво посадка идет, красиво смотрится это все. И им, я думаю, очень хорошо. Так, сигилатис я запомнила, что это сигилатис. Я сейчас все это дело напечатаю. Так, Валерик, быстро садись на горшочек и делай все свои дела. Горшочек вот стоит здесь, я поставила ему горшочек. А он просто вот на себя хочет внимания таким образом, да, Валерка? Никакой памперс, ты что? Я люблю папич писить. Памперс писить хочет он. Посмотрите-ка. Так, теперь мне осталось полить мои хоечки, любимые. Как всегда, отстойной водой, комнатной температурой. Поливаю поверху, чтобы активировать фитиль. Всегда нужно пролить сначала растение снизу. Ой, сверху, господи. Crimson Queen. И также наливаю теперь... В горшочек. Господи. Господи, да. В кашпо водичку налила. Господи. Вот. И сюда ее вот устанавливаю. Если я сразу бы проливала и туда стекала, то тут больше грязи было бы потом у меня налито. И, соответственно, с остальными то же самое сейчас проделываю. Вот так вот. Видите? Оно вот туда стекает, сливается лишняя вода. И потом я устанавливаю все это дело в кашпо. Хорошо, что я не стала сейчас другие тоже пересаживать, потому что Валерик уже все, Валерик уже бы не дал мне это делать. Вы видите, да, сколько надо времени, когда ребенок еще такой маленький. Казалось бы, уже и бегает, и болтает, но еще маленький. О чем тут говорить? Еще хочет и баловаться, и играть, и внимание на себя. Также публикаликс хоечку пролила. И возвращаю таким же образом ее сейчас в кашпо. И сейчас буду делать с остальными ту же самую процедуру. Просто добавлю сейчас в леечку отстаянную фильтрованную воду из фильтра. И все. Следующие хоечки, не знаю, когда буду делать пересадку. Может, завтра сделаю, может, на днях сделаю, друзья. Заодно посмотрю, как будут себя чувствовать вот эти мои красавицы. А вот эти горшочки, чем они еще прекрасны, сейчас я закрою, потому что они очень плотные, надежные. Что я их вот поливать могу вот отсюда, вот так. Видите, и заливаю сюда водичку им. И все. И что мне нравится в этих горшочках, что они меньше места занимают. Смотрите, они не такие широкие. И хоя любит маленькие кашпо. Есть люди, которые считают, что это не так. Хоя любит типа большие. Нет, хоя любит маленькие кашпо.
тесные, вот так я бы сказала. Тем более у меня сейчас эти коечки, они еще маленькие, молодые. И поэтому им тем более большой горшок, он им вообще, он им не уместен. Вот так вот поставила, и классно они пьют. И я знаю, что они у меня не засохнут. Мама. Что? Найн, что делаешь? Зачем ты так делаешь? Внимание на себя хочет любым образом. Скоро в сад пойдешь, будешь там развлекаться. Я надеюсь, мне не будут звонить и говорить, заберите его отсюда. Вот, надеюсь. Да, Валерка, сынок, не будут мне звонить, чтобы я тебя забрала, пришла? А то я только тебя отведу, а мне позвонят, скажут, заберите его. Нет. Не будут, ну смотри. Вот эту воду обычно я не выливаю, потому что тут все компоненты минеральные, да, от личинзы. Я потом драценного маргината вылью. Ну все, сейчас здесь убираю и покажу вам, что у меня получилось. Ну вот, смотрите, что у меня получилось в результате. Вот так стоит сейчас тоже Цанги DS70 вместе с другими растениями. А вот здесь тоже Crimson Queen. Этикетки я еще не наклеила, но наклею. Вот так поставила все это дело. Два горшочка здесь внизу и один вот здесь. И практически все сейчас они на фитиле. А вот эти еще буду пересаживать тоже. Вот эти два осталось. И вот это. Скорее всего, в следующем видео по-любому вот эти раз, два, три. И какие-то три вот отсюда, наверное. Или четыре даже. У меня же четыре горшочка. Подберу, если я туда какой-то контейнер или чашечку, которую можно сделать в виде фитильного полива, да, вот так вот налить водички. И тогда четыре растения мы с вами пересадим. Вот так, друзья. Вот такая пересадочка сегодня у меня.